Пискин такой район и зовут его Али. Вообще по жизни очень, сука, странный человек. Когда сказали, что пора и тачку покупать, я думал целый век он будет что-то подбирать. Спустя буквально месяц вижу, как Али же болт. В машине едет, прицепил блатной какой-то номер. Я кричу ему: Олег, и что это за тачка, дядь? Тады сны орал на пол района, Камри 3.5. Сказать, что был я в шоке, это сломно промолчать. Ведь у флексера Олега есть Камри 3.5. Вещи делают, японцы едут запад покорять. Теперь Олежа люто флексит в Камри 3.5. Но ветру ведет опять, жесткий стиль 3.5. Стер передние, все шины едет, их уже менять. Залогинился на тюбе, под обзором написал: Камри, это так надежно, на твой бимер я плевал. Камри 3.5, у Камри 3.5. Любви достойна только мать и Камри 3.5, yeah. Камри 3.5, у Камри 3.5. Любви достойна только мать и Камри 3.5, yeah. Я шлифую первые 60 километров. Мне не нужно долго рассыпаться в сантиментах. Знаю все давно, что Камри — это пушка гонка. После Камри в других тачках чувствую себя неловко. Это фити-фити кит и кузов Камри 3.5. Про нее плохого даже нечего сказать. Все суки выкупают, сразу ты предприниматель. Если видишь его в Камри, сука, он твой наниматель. Я твой неприятель, я твой покупатель. У меня багажники, стволы и битый дядя. Базарик кучерява будешь, когда я скажу. У меня много сна и ты залей, я подожду. Поехали на свитыки, зарубимся с тобой. Я не вздумай мне отказывать, не жертву головой. Мне ничего не стоит тебя быстро размотать. Не забываем и двигаемся в Камри 3.5. Камри 3.5, yeah. Камри 3.5, Камри 3.5. Любви достойна только мать и Камри 3.5.